Ленинградский дом малютки создан в суровые дни войны. Родители этих малышей – жертвы гитлеровских бандитов. У Марины Марковой мать убита во время артиллерийского обстрела города. Нет матери и отца и у Тани Фроловой, и у Оли Сорокиной. Среди трупов женщин, детей и стариков, расстрелянных гитлеровцами в Малой Жоре, бойцы нашли умирающего малыша Вову Истратенко. Дав свою кровь, Елизавета Галактионовна Никифорова спасла жизнь Вове. Ленинградцы окружают заботой детей, потерявших родителей. Дом малютки стал для них родным домом.